Занесла меня сегодня утром нелегкая на станцию метро «Гагаринская», рассказывает блогер с ником Кальтер в сообществе «Самара.ру». Так как я хотел съездить туда-обратно, то на кассе дал полтинник и попросил 2 жетона. Реакция была бурной. Девушка на кассе спросила меня, один ли я еду, и выдала мне только 1 жетон. При этом в выражениях на высоких тонах не стеснялась. Ну, с некультурным поведением все понятно, но 1 жетон в одни руки – это что, новое правило такое? Дефицит жетонов у них там, али другой какой кризис, вопрошает блогер. Обычно это бывает перед повышением стоимости проезда, рассуждают в комментариях. Впрочем, затем автору поста пояснили, что в метрополитене просто не хватает жетонов. Блогер Роман Еремкин в сообществе «Самарский край» рассказывает, что вчера вечером в АДО состоялась премьера документального фильма «Бессмертные». «Сразу скажу, фильм отличный. Рекомендую к просмотру», – пишет автор. Несмотря на то, что вход на сеанс был свободный, увы, к началу фильма еще оставались свободные места, сожалеет Еремкин. Перед началом выступили режиссер фильма Олег Рашкин, известный под ником «Краеведов 63», и председатель военно-патриотического клуба «Бессмертные гусары» Артем Гусев. В посте есть несколько кадров из фильма, а сам он целиком будет выложен режиссером. Надеюсь, что Олег еще и расскажет нам тут об этом фильме и его создании, резюмирует блогер. Фильм и правда хорош. Рекомендуется к просмотру всем, кто интересуется историей Самары, пишут в комментариях.